Я вот тут не знаю, тут пацаны просят, скажи историю, расскажи чего-нибудь. А что я расскажу? Ну вот, если ворон в вышине, дело стало быть к войне. Чтобы не было войны, надо ворона убить. Чтобы ворона убить, надо ружье зарядить. А как станем заряжать, всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Ей не жалко никого, ей попасть бы хоть в кого. Хоть чужого, хоть своего. О, и более ничего. О, и более ничего. Ой, более никого, кроме ворона того. Стрелять некому в него.